Канадский ореховый торт – простой и очень вкусный десерт. Нежный и пористый корж из заварного теста, с кусочками ореха и кофейно-масляный крем идеально сочетаются между собой. Восхитительно! Для всех любителей выпечки с большим количеством орехов предлагаю приготовить канадский ореховый торт. Незатейливая домашняя выпечка, готовить просто, а на столе просто вкуснотища. Делюсь рецептом, как приготовить такой тортик. В оригинальном рецепте используются орехи пекан. Но я готовила и с грецкими, абсолютно нет разницы. Пряности в корже хорошо чувствуются, и придают очень интересную нотку выпечке. Дайте торту пропитаться несколько часов, а лучше оставьте на всю ночь в холодильнике. При подаче украсьте тортик орехами или шоколадной посыпкой. Наслаждайтесь! В кипящую воду всыпьте орехи. Добавьте 110 граммов сливочного масла. Затем добавьте имбирь, корицу, коричневый сахар, мускатный орех и изюм. Доведите до кипения и проварите 5 минут. Снимите с огня и дайте полностью остыть. Добавьте полстакана холодной воды и соду. Введите муку небольшими порциями. Всыпая муку в тесто, постоянно размешивайте, чтобы тесто было без комочков. Разделите тесто на 2 части и перелейте в формы для запекания. Я выпекаю коржи в 2 формах, так получается быстрее. Отправьте тесто в разогретую до 180 градусов на 25-35 минут. Для крема, масло комнатной температуры соедините с сахарной пудрой и какао. С помощью миксера взбейте все до однородности. Остуженный корж смажьте кремом, равномерно распределив по всей поверхности. Накройте вторым коржом и обмажьте торт со всех сторон тонким слоем. Дайте торту настояться несколько часов и подавайте к столу. Приятного чаепития!